Как показывает практика, в нашей стране оружие можно не только приобрести, но еще и найти, причем в самых неожиданных местах. Так, все средства массовой информации облетела новость о рязанце, нашедшем на свалке пистолет Макаров. Оказывается, если бы мужчина сдал оружие в правоохранительные органы, то получил бы вознаграждение в размере 5000 рублей. Однако пистолет он оставил у себя. И вот результат – за хранение найденного оружия мужчина понес наказание. Уважаемые граждане, обращаем ваше внимание, что в случае обнаружения огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию для дальнейшей передачи оружия на ответственное хранение. На территории Рязанской области действует программа профилактики правонарушений, в рамках которой гражданам, добровольно сдавшим оружие, положено вознаграждение, максимальный размер которого достигает 15 тысяч рублей. Сдать опасные находки в территориальные органы МВД нужно в кратчайшие сроки. Законом они не прописаны, однако, если оружие у вас обнаружат сотрудники внутренних дел, ни о какой добровольной сдаче речь уже идти не будет. В этом случае предусмотрена уголовная ответственность по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также за нарушение в области оборота оружия предусмотрена и административная ответственность. Для того, чтобы не допустить нарушения административного закона, необходимо в том числе и вовремя продлять разрешительные документы. Заявление на продление можно подать в электронном виде через портал государственных услуг, не выходя из дома. Валерий Седов, Ирина Ковалева, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».